Транспортная ситуация в одном из главных городов Сибири, Красноярске, с сегодняшнего дня значительно улучшилась. Открыт уже 4-й мост через Енисей. Его длина почти 1,5 километра. Теперь напрямую связаны важные городские районы, а также две федеральные автотрассы. Кроме того, новый путепровод – это часть масштабного проекта по подготовке к Всемирной зимней универсиаде, которую Красноярск примет в 2019 году. Мост через Енисей начали строить 3 года назад и завершили раньше намеченного срока, несмотря на сложность возведения. Обошлось строительство в 12 миллиардов рублей.